Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале «Садули в огороде». У огородников стоит спорный вопрос, надо ли формировать огурец, требует ли он формирования или нет. Дорогие друзья, я пробовала, экспериментировала, я огурцы пробовала не формировать. Но все-таки, если вы посадили партенокарпический огурец, он должен вестись в один ствол. Все пасынки у огурца надо убирать. Мое утро всегда начинается с того, что я прихожу, у меня в руке вот такие вот ножнички, и я пробегаю, смотрю и удаляю все пасынки. Не бойтесь удалять, даже если пасынок довольно большой, отрос большим. Итак, давайте вот все-таки посмотрим. Кстати, многие говорят, что вот мы, значит, не удаляем, огурцы ведрами собираем. Дорогие друзья, пробовала, все равно огурцов на порядок больше, если он сформирован. Во-первых, если он сформирован, вы можете довольно-таки загущенные посадки сажать. Огурец где-то 40 сантиметров от огурца. Итак, давайте с вами посмотрим, что же необходимо сделать. Во-первых, огурец необходимо всегда его немного фиксировать. Вот так. Я пользуюсь тапинером. Огурец зафиксирован. Теперь посмотрим на примере этого огурца. Что происходит? Посмотрите, начали отрастать пасынки. Вот пасынок я отрезала. Вот пасынок большой я отрезаю. Оставляю небольшой пенечек. Вот пасынок я отрезаю. Вот пасынок я отрезаю. И вот так. Вот такой должен быть чистый огурец. Дальше, дорогие друзья, смотрим, движемся дальше. Если мне вот листики, которые вот так совсем касаются земли, вот эти, они не нужны. Я их пройду, тоже обрежу. Усы не обрезаем, удаляем пасынки и удаляем лист. Вот так, который на земле. Если мы сейчас с вами посмотрим, так, вот, характерная особенность партенокарпического огурца. Если вы не купили подделку, пустоцвета не может быть. В каждой пазухе идут огурцы. И теперь представьте, если вы будете оставлять пасынки, и на них будут огурцы еще завязываться, они не завяжутся, они просто-напросто у вас отпадут. Дорогие друзья, вот я еще с вами поделилась, все-таки какой должен быть уход за огурцами. Если вы выбрали в теплице посадку огурца именно партенокарпический, чтобы не было написано частично с женским цветением, чисто партенокарпический. Поэтому этот огурец надо вести строго в один стебель и удалять все пасынки. Усы удаляем, если они цепляются только за соседний огурец, а так я их не удаляю. А с вами была Юлия Меняева на канале «Садули в огороде». Пока-пока!